Накануне в Министерстве спорта России состоялась рабочая встреча главы ведомства Павла Колобкова с главой Тувы Шалбаном Караолом. Основной темой беседы стало завершение строительства крупного спортивного центра в поселке городского типа Кайхи. Ключевое – это завершение строительства очень важного объекта для региона. Это такой спортивный комплекс в Кайхи. Объект уже у нас с 2013 года. Сейчас мы активизируем его завершение его строительства. Это действительно объект очень важный для всего для региона, для ТВ. Объект предусматривает количество зрительских мест порядка 7 тысяч. Объект очень похож на тот объект, который у нас уже есть реализован в Ханты-Мансийске. Просто сегодня мы детально рассматривали вопросы его за завершение. Надеемся, что в ближайшее год-два мы должны его там завершить, принять все для этого меры, потому что действительно будет большой подарок для региона. Глава Тувы отметил, что за последние годы благодаря поддержке Минспорта России в регионе построено более 20 новых спортивных объектов, в том числе футбольные поля и бассейны. Сейчас в связи с вводом вот этого объекта у нас будет другая ситуация по спортивной инфраструктуре. Мы очень надеемся на него.